Столько лет вкалываю здесь. И могу точно сказать, держать судно для ловли краба в Беринговом море — титанический труд. Российская система квот поднимает цены. Поэтому прежде всего доставка. О, нет. На тебе счета, команда, жизни, пропитание. Ура! Масло течет. Что за черт? Напряжение изматывает. Кто угодно сломается. Пусто. Ну же, дело плохо. Успех близок. Разойдись, надо только выстоять в трудные времена. Чертов новичок. Ты ловишь крабов, сопли собери. Я одно знаю. Не справишься с напряжением, оно справится с тобой. Смертельный улов. Километров северо-восточнее Датч-Харбора. На Саге. Первая ловушка. Тянем, тянем, тянем. Готовы? Цена на королевского краба $25 за килограмм. Сейчас на борту примерно 8 тонн крабов. Осталось еще 60 тонн и двинемся к Акутану. Да. Так что есть о чем переживать. Давай, бросай! После бессонных недель и с малым уловом в баках... Сейчас посмотрим. Капитан Джейк Андерсон и его наставник Джонатан Хилстренд высматривают признаки жизни. Боже! Тяни, тяни! Давай, давай, давай. О, нет. Боже, почему? Пять. Такие результаты ужасно. Не сулят им ничего хорошего. Это как со стадом коров. Сегодня они пасутся с этой стороны луга, а потом с другой. Что это? С тремя крабами в каждой ловушке мы до Рождества не управимся. Это ловля крабов. Будь все так просто, моя бабуля ловила бы их удочкой из кресла-качалки. Представил себе картинку? Смешно. Неважно, кто ты. Надо как-то веселиться. Не повезло. У меня счета и жена на сносях. Не дрейф. Что-нибудь наловим. До разгрузки всего 60 часов. Да что не так? У Джейка с Джонатаном всего 2 дня, чтобы найти большую колонию крабов. Кто открыл чертову дверь? Трос должен быть на палубе. Что, несомненно, ободрит измотанную команду. Они уже на грани. Пашут по 18 часов в день. Достало меня уже! Заткнись! Заколебало твое нытье! Ребята на нервах. Я на нервах. Теперь Дженна звонит. Она сейчас на УЗИ. Боже, это лицо. Это рука, а это попка. Попа! Он большой? Длиной с банан. С ума сойти. Он здоров. Крабов наловил? Пусто. Наловил. Ты хорошо о нас заботишься. Жаль, что не видишь такие милые мелочи.
Мы скучаем. Да, я стараюсь как могу. Все, доктор Уитман пришла. Нам с ней надо поговорить. Люблю тебя. И я тебя. Пока. Пока. Поздравляю с малышом. Везет. Ты можешь бывать с ней у доктора. У меня такого не было. Ни разу? Ты побывал с ней на УЗИ. Зараза. Мы найдем крабов. Нет! Отстой. Давай, давай! С таким уловом мы домой не попадем. Неутешительные цифры улова, обозленная команда и дикая усталость. Все так взяли вверх над судовладельцем первогодкой. Стоит взять себя в руки, даже если 2 дня придется наскребать улов, чтобы вернуться в город. Я пытаюсь помочь тебе. Я 8 месяцев болтаюсь в море. И всего 2 недели отпуска. До смерти все надоело. Домой хочу. Совсем не в себе. Крабов давай лови. Зачем? Потому что это твоя работа. Ты ловец крабов. Ты должен ловить крабов, а не слюни пускать, как мальчишка. Я никогда... А ты вещи швыряешь, потому что мне такое непонятно. Не думал, что ты так можешь. Я же сказал тебе, что я на пределе. Ты крабов ловишь, так? У меня чувство, что я подвожу семью, тебя и всю команду. Иди вперед. Не бросай. Не бросать и не сдаваться. Закончи свою работу. Успокойся. Поднимай и бросай. Хорошо? Мне надо передохнуть. Джонни, подменишь меня? Да. Я должен был высказаться. Понимаешь? Ладно. Я с тобой. Быть владельцем судна – тяжкий труд. Я хорошо это помню. Я должен помочь Джейку пройти через это. Мы обязательно справимся. В среднем нам надо 15, чтобы завершить сезон. На Сибруке. Вчера здесь был большой улов, и мы вернулись. 100 ловушек поднимем и уходим. Ветеран Берингова моря Скотт Кэмпбелл-младший возвращается на богатое место, чтобы выловить остаток квоты. Мы обойдем всех на рынке, и даже русских, и получить в доке высшую цену. С этого момента все должно получиться. Команда поднажмет, и мы выполним свою норму. Погнали. Давай, детка. Давай, давай, давай. Домой возвращаться не с чем. Всего 3 краба. Сколько? 3? 3? В ловушках будут крабы. Очень хотелось бы. Надеюсь, крабы появятся. Нет, нет, нет! Чертов новичок! Надо дотронуться! Не знаешь, как палкой работать? Я новичок, поэтому на меня орут чаще. Каждый делает свое дело, не отвлекайтесь. Краб сбежал от нас.
Совсем не до шуток. Рано вытащили. Заткнись, салага. Ну и черт с ним. Начинаются ссоры. Они измотаны и выходят из себя. Плохи наши дела. Дело плохо. Составляйте ловушки. Толкайте ловушку. Салага, тебе слова не давали. Давайте, ребята. Толкайте ловушку. Не ори на нас, сопляк. Какого черта ты там делаешь? Твое дело приманка. Какого черта творите? С катушек съехали? Вы что, там с ума посходили? У меня нет времени на ваши драки. Займись своим делом.